Приходит мужик в аптеку, чтобы купить резинки. Смотрит на витрину. Белые с усиками, черные и с Микки Маусом. Мужик так подумал. Да белые с усиком, да, как-то надоели. Да и банально это уже все. С Микки Маусом, да, что-то детские. Решил взять черные. Приходит домой, выполняет свой супружеский долг. И каким-то образом через 9 месяцев рождается негритенок. Сын подрос, подходит к папе и говорит: «Пап, а почему кругом все белые, а я черный?» А отец ему отвечает: «Радуйся, сынок, что не Микки Маус!» Всем приветики! Спасибо вам огромное за теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Сегодня 1 октября, второй месяц осени. Поздравляю вас всех с этим событием. Интересно, как у вас погодка? У нас замечательно, солнышко, тепло. Ох, надоели эти дожди, не поверите, неделю прям холодно, прям, ох, снова утеплились, курточки подели. Ой, ну ладно, надеемся, еще октябрь нас порадует. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я думаю, вам несложно, ну а мне будет очень приятно.